Саймбена Хундутунухат. Вы смотрите второй выпуск нашей программы Турухе Хылын. И сегодня мы будем говорить о подарках. Что же принято дарить на свадьбу молодоженам? А в этом нам поможет наш эксперт, уже известный по предыдущим сериям. Это наша Оксана Дареева. Саймбена. Саймбена. Займане, хватит что-то толсахом него было гей олхо. Тие, тухое. Гансал турнере были гуд больше, мум ерехидере. Заншал те были гуд тухое хорл. Дие, орги? За орги, да, орокша. О, Саймбена. Вот наши участники. Знакомьтесь, пожалуйста, Оксана. Это учитель по бурятскому языку, поможет нам подобрать подарки. Сэмбэна. Я Оксана Жнерте. Как вас зовут, представьте? Погромче ты что? Би Алина Жнерте. Забыла, что ли? Би Татьяна. Ага. Би Виктор. Ага. Сегодня мы будем подбирать подарки на свадьбу. Как вы думаете, что дарит на свадьбу нынче гости? Ну, мне, допустим, подарили парня, постельную посуду красивую. Короче, там деньги, украшения золотые, серебряные. Да, нынче дарят очень много людей в конвертах деньги, дарит квартиры, машины. Так что, а как вы думаете, что дарит по традиции буряты? Традиционным бурятским подарком считается сладости и чай. На свадьбе, юбилее, милане традиционным хорошим подарком считается баран. Иногда дарят молодую корову, жеребенка и даже скакуна. А в знак глубокого уважения и почтения старшим родственникам и гостям буряты преподносят хадак. Он бывает разных размеров, цветов, он может быть однотонный или с узорами. Хадак – знак уважения и гостеприимства. Также буряты могут дарить целый кусок ткани для пошива традиционной одежды дыгыл. А к нему плюс, конечно же, серебряные украшения, аксессуары. Раньше мужчинам дарили табак, а женщинам красивую посуду, обязательно наполненную сладостями. Ну, а детям – игрушки, фигурки, изготовленные из разных материалов – дерева, камня, меха, кости, кожи, войлока. А семье преподносят, как вы сказали, постельные принадлежности, изготовленные из шерсти, войлока, меха. Ну, а всем можно дарить благовония, травы с пожеланием благополучия, здоровья, долголетия. Как и раньше, и сейчас, конечно, буряты дарят в подарок деньги. Ну а мы сюда пришли, чтобы выбрать все-таки подарок. Давайте посмотрим, что же нам купить. Давайте посмотрим. Ну вот, смотрите, у нас тут есть вот такой подарок. Это, наверное, конверт для вручения подарка в виде денег. Хурим Турин Нейрар написано. Давайте все повторим. Хурим Турин Нейрар. Это означает... С праздником, с днем свадьбы. А теперь давайте посмотрим, какие традиционные подарки здесь есть. Сэмбэна. Сэмбэна. Орыкты, харыкты, манды. Олын булык би. Ну, хорошим подарком, наверное, будет керамическая посуда. Что тебе больше всего нравится, Алин? Смотри, какие кружечки. Знаешь, как будет на бурятском кружка? Аега. Скажи, пожалуйста. Аега. Аега. А ложка? Халбаган. Халбаган. Угу. А как будет чайник? Гуса. 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 Красивая, да? А тут у нас картина. Картина будет... Зорок. Зорок. Ой, вот зорок. Зорок. Вот тут мальчик спит, да? Но смотри, тут у нас еще есть какие подарки. В виде животных. Тавон хушум мал. Это 5
национальных животных бурятов. Тебе какое животное больше всего нравится из этих? Корова. Шамда ухыр ойвайна. Ага. Скажи ухыр. Ухыр. Скажи намда ухыр ойвайна. Намда ухыр ойвайна. Ойвайна. Ага. А знаешь, как будет конь по-бурятски? Нет. Морин. 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 А вам какое животное нравится? А намда тымын. Тымын. Ойвайна. Тымын. И яман. Ага. Яман байна. А это кто, знаешь? Волк. Волк. Шона. Шона. Вот смотрите, у нас еще есть тут вот такие красивые пано. Узы. Ое байна лу? Скажи. Ое. Ое. Ое улзы байна. Ое улзы байна. Инна. Ина, Ленин Бакша. Ленин Бакша. Гоя. 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 Анда Ленин Бакша Гоя. 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 Ой, это что? Это серьги же, да? Да, это серьги. А вот бурятские серьги, они, как правило, длинные и массивные. Смотрите вон какие. Они обычно инкрустированы разными камнями. Вот коралл. Шуре. 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 Скажите шуре. 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 Угу. Даже шуре. Шуре. Угу. А вот бирюза. Номин. Номин. Угу. А как серьги будут по-бурятски? Хиха. Хиха. Угу. Даже еще раз. Хиха. Угу. Хиха. Да, хиха. Угу. А вот это что такое? А это кольцо. По-бурятски будет бэгэлик. 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 Угу. Даже. Бэгэлик. Бэгэлик. Угу. Еще раз. Бэгэлик. Бэгэлик. Кольцо. Бэгэлик. Бэгэлик. Угу. Правильно, хорошо произнесли. Вот еще смотрите. Даша, это что, как ты думаешь? Это подвеска, да, по-моему? Да, это подвески. По-бурятски улгур. Даша, скажи улгур. 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 Угу. А красивый, да? Улгур. Да, красивый. Красивый по-бурятски будет гоя. Гоя. Угу, молодцы. Гоя. Даш, скажи, пожалуйста, из этих сережек, которые тебе нравятся? Мне вот эти. Угу. А по-бурятски мне нравятся эти серьги, нужно сказать. Намда эне хиха гоя. Намда эне хиха. Хиха. Хое. Молодец. Давай еще раз повтори за мной. Намда эна хиха гое. Намда хэхи. Эна хиха. Эна хиха. Амда. Гое. Гое. Ты сказала про серьги, которые тебе понравились. А вам, Виктор, которые серьги понравились? Мне вот эти, наверное. Угу. Как вы скажете по-бурятски? Мне нравятся вот эти серьги. Намда эна хиха гое. Угу, хорошо. А мне понравились те, которые понравились нашей Даше. Намда эна хиха гоя. Намда эна хиха гоя. Даша, еще расскажи. Намда хиха гоя. Угу, молодец. Ну что, а какие мы тогда берем? Давайте вот эти берем, которые вам понравились. Да, которые нам с Дашей понравились. Да, давай возьмем их. Угу. Ну тогда надо спросить, какую они цену. Эна хиха хидытоп. Эна хиха хидытоп. Позовем продавца и спросим. Давайте. Арина, ярит наша. Нам понравились даже эти сережки, мы бы хотели бы их купить. И хотели бы узнать, в какой они цену. Сейчас Даша с Виктором спросит. Эна хиха хидытоп. Даша, спроси еще раз. Эна хиха хидытоп. Хидытоп. Еще раз. Эне хихэ хэдэйтэ. Абахопти, мы берем. Давайте скажем Алюне, что мы берем эти сережки. Абахопти. 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 Серьги хиха, кольцо бэгэлик, подвеска зутхл, браслет бугак,
красивый гае. Посуда амгарта. Чайник гусе. Кружка айга. Ложка халбага. Картина зорак. Баран хонин. Верблюд темен. Корова унен ухыр. Лошадь марин. Коза яман. Волк шана. Ну что, дорогие друзья, мы приобрели подарок. Мало купить подарок, но его нужно красиво подарить. Поэтому мы с вами будем готовиться к свадьбе. Непосредственно учить урелы, благопожелания. Вот такой урел. Утанагате, утанжаргалте, ажалда амжалтате, ажагогутне волтаре. Что в переводе означает? Означает ута – это длинный, нагате – это жизнь, длинной жизни. Удан жаргалте. Удан долгой, жаргалте счастье, да? Ажалда амжалтате. Ажалда это работа, амжалтате успехов, да? Успехов в работе. Ажагогутне волтаре. Пусть будет так. Давайте с вами вместе повторим. Ута нагате. Повторяем за мной. Ута нагате. Удан жаргалте. Удан жаргалте. Ажалда амжалтате. Ажалда амжалтате. Нет, амжалтате. Амжалтате. Ажалда амжалтате. Ажалда амжалтате. Ага. Ажахохотне болтаре. Ажахохотне болтаре. Болтаре. Ну, а вот наше второе благопожелание урил. Углобури нарене хэхнии хараже. Углобури нарене хэхнии хараже. Удырбури урилы хэхнии шагныже. Хормайгоро дурын басхатте. Кунжлоро дурын хубутте хугитта. Болтаре, да? Что означает углобури? Каждое утро. Нарне солнце, да? Каждое утро солнечный рассвет встречайте, да? Удырбури урелы хэхнии хаража. Шагнажа. Удырбури урелы хэхнии шагнажа. Это означает, каждый день слушайте урелы, хорошие урелы почаще, да? Каждый день. Хормайгоро дурым басагатте. Пусть ваш дом будет, пусть ваш подол будет наполнен множеством девочек. Хунжилоро дурын хугутте хугутта. Хунжилор это одеяло, дурын это много, хугут это мальчики. Пусть ваше одеяло будет наполнено мальчиками. Хугутта, то есть это означает, будьте всегда так, живите так. Ну что, повторим. Углобури наране хэхние хараже. Углобури наране хэхние хараже. Ага. Удырбури урелы хэхние шагныже. Удырбури урелы хэхние шагныже. Ага. Хормайгоро дурым басхатте. Хормайгоро дурым басхатте. Хунжылоро дурым хубутте. Хугытта. Молодцы! Вам предстоит это все выучить, а как все это будет проходить, увидим на своей свадьбе. Услышим, да? Ну и, конечно же, какие поздравления без песни. На бурятской свадьбе обязательно должны петь. Особенно, когда дети поют, это восторг, восхищение вызывает у всех гостей. А поможет нам выучить песню наша уважаемая Оксана Дареева. И мы будем учить песню, которая называется «Тавон Хурган» – «Пять пальцев». Слова этой песни написал известный бурятский поэт Гунга Чимитов, а музыку сочинил известный бурятский композитор Сергей Манджигеев. Эта песня основана на бурятской считалке, а на основе ее бабушки, дедушки, мамы и папы учили детей считать, называть пальчики, тренировали мелкую моторику, учили слушать ритм и мелодию. Давайте сначала послушаем ее. Жахан виде пунта та, жаран цинген на дана.
сначала разучим название пальчиков. Чтобы было нам удобно и весело, давайте разукрасим наши пальчики, нарисуем им личики. Папа и бабушка нам помогут. Вот смотрите, будем рисовать и называть пальчики. Барваде. Смотрите. Говорим. Барваде. Алина? Даша? Барваде. Молодец. Нарисовали. Батантуле. Да. Батантуле, Алина? Батантуле. Молодец. Даша? Батантуле. Батан. Туле. Угу. Папа, помогите Даше, скажите. Батантуле. Хорошо, молодцы. Барваде, батантуле. Говори. Барваде, батантуле. Тохан топше. Рисуем. Тохан топше. Тохан топше. Девочки. Тохан топше. Молодцы. Дальше. Толи беса. Толи беса. Угу. Толи беса. Даша. Угу. И самый маленький пальчик от кончик семьи. Бишиху. Шикшуде. Шикшуде. Говори. Шикшуде. Бишиху. Шикшуде. Угу. А теперь давайте разучим куплет. Жахам биде бултада. 3-4. Жахам биде бултада. Это в этом куплете говорится о том, что мы весело играем, и наши пальчики считают. Жахам биде бултада. 3-4. Жахам биде бултада. Жарган сынгын надо набди. 3-4. Жарган сынгын надо набди. Угу. Еще раз. Жарган сынгын надо набди. Хитома фурганха. Вот это такое обычное название хитома. А вот барваде, батунтуле и так далее — это сказочное название пальчика. Хитома фурганха. 3-4. Эхи томо фурганха. Еще раз. Эхи томо фурганха. Эхи аван толанопти. Считаем. Эхи аван толанопти. Но с музыкой будет легче. Там у нас еще будет девочка нам помогать петь с музыкой. Поехали, еще раз повторим. Жахан биде бултада. Жахан биде бултада. Жарган сынгын надо набди. Эхи тома хурганха. Эхи аван тола набди. Молодцы. Теперь попробую с музыкой. Давайте. Нужно вот так вот поделать головой. Жахан биде бултада. Жарган сынгын надо набди. Эхи тома. Свадьба, туры, хурим. Подарок, былык. Счастье, жарыгыл. Работа, ажыл. Длинный, ота. Долгий, удан. Ну что, дорогие друзья, мы с вами подарок выбрали, урил выучили, песню подготовили. Надеюсь, после этого эфира вам и нашим телезрителям будет легче поздравлять на свадьбе. Ну а мы с вами прощаемся. До встречи в эфире. Дахинул затра. Байертей!